спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану, так что ну, по срокам не надо говорить, я никогда об этом не говорю, потому что это же жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки – это неправильно. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не носит. Нет необходимости, у нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей. Но в деталях я, конечно, узнаю, когда вернусь.